Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите новости на канале Инста-ТВ. Деловая активность в Соединенных Штатах продолжает приятно удивлять. Вчера был опубликован индекс от ISM в непроизводственном секторе экономики, и теперь можно смело утверждать, что предприниматели всех сфер единодушно взялись за восстановление американской экономики. Согласно предоставленному отчету, активность в непроизводственном секторе США выросла неожиданно резко в феврале – до 56 пунктов. Аналитики ожидали небольшого падения индекса к 55 пунктам. Позитив отмечен и на американском фондовом рынке. Индекс Dow Jones в течение недели торгуется на своих максимальных значениях за последние 5 лет. Причиной роста стало заявление главы Федрезерва Бена Бернанке о намерении продолжить стимулирование американской экономики в прежних объемах. Дополнительную поддержку оказала и новость о подписании президентом США Бараком Обамой приказа о сокращении бюджетных расходов на оборону на 85 миллиардов долларов США, что сможет отодвинуть наступление бюджетного обрыва. Вы смотрели новости на канале Инста-ТВ. До свидания.